Если брать по счету, то, наверное, закономерно. Если брать по качеству, по содержанию, то, скажем, одна из, наверное, худших игр, сумбурная игра, мало было осмысленных действий. Но на то есть причины, наверное, кто проанализирует, скажем, даже нашу линию обороны сегодняшнюю, то, наверное, будут ответы на вопросы. Вот. Ну, самое главное, что по крайней мере, во время игры мы не получили никаких повреждений. Ну и ждем наш лазарет, вот, чтобы быстрее постараемся, может быть, к пятнице вернуть их в строй. Сегодня много было, да, скажем, состав такой экспериментальный, можно сказать, по фамилиям. Много новичков, много людей играли не на профильных позициях. Вот. Но это связано, да, это связано с травмами и, скажем, какой-то вирус у нас здесь немножко подкосил на сборе. Но надеемся, что к пятнице ситуацию кадровую изменим. Мы сегодня завершили сбор, завершили его очередным контрольным поединком, подвели итог. Со следующей недели планомерно, спокойно будем готовиться к Славии.